Уборка листвы давно уже стала символом осени в городе. Это трудоемкая работа, которую с года в год делают садово-парковые службы, дворники, горожане на субботниках. В этот раз убирать анапские улицы, вооружившись вениками, метлами и граблями, вышли студенты Анапского индустриально-педагогического колледжа. Подмели прибордюрную часть дорог, собрали листву с газонов и мелкий мусор. Юноши и девушки с энтузиазмом оказывают помощь городу. Благодаря совместным усилиям анапчан в санитарной пятнице, Анапа станет чище, краше и привлекательнее. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.